Всех приветствую, продолжаем рассматривать картины и их описание. Старики поют, молодые играют. Автор Якоб Йортманс. 1640 год, стиль барокко. Масло. Якоб Йортманс, фламандский живописец, выдающийся представитель барокко, признанный мастер бытовых сцен. Художник изображает три поколения богатых антверпенских бюргеров, сидящих за столом и сочиняющих музыку. Я пользуюсь описанием, которое нашел в интернете. Будучи популярной темой среди Йортманса и его клиентов, было создано несколько версий этой картины. Кстати, в показанной версии изображен тесть Йортманса, Адам ван Норт. Он изображен в виде старика. В этом популярном жанре живописи фигуры пожилых и среднего возраста всегда изображаются поющими и создающими музыку, в то время как дети дудят на дудочке. Название картины основано на популярной пословице, опубликованной в 1632 году. Она переводится «Морализаторское послание». Родители должны быть внимательны к своим детям и словам, потому что дети будут копировать старших. Надо сказать, что художник Ян Стин также использовал волынку и флейту в своих картинах на ту же тему, написанных примерно в 1670-х годах. Йортманс передает это нравоучительное послание, а также идеи о том, что молодые поколения сменяют старших. Сова, считающая ночной птицей, сидящая на плетеном стуле, служит момента моря, напоминание о смертности. Ну, вот такое описание картины. Старики поют, молодые играют. Автор Якоб Йортманс, 1640 год. Описание я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания.